Всем добрый вечер. Как связь, как меня видно, как меня слышно? К сожалению, последний мой пост с упражнениями удалил Инстаграм. Я не знаю почему, видимо. Вот он здесь есть, смотрите, на втором телефоне. Сейчас я сделала вот так обновление. И его не будет. То, что вышло в эфир с телефона Samsung, с другого телефона. И у меня там, администрация, руководство, Instagram бдит за как там его знать, не знаю, как это правильно назвать, чего плохого было в этих упражнениях, я не знаю. Но у меня остается только подозрение, что это конкуренты постарались. Потому что, ну, других причин я не вижу, почему снесли мой пост с тренировкой. Согласитесь, да, странно. И чем больше таких движений, добрый вечер, движений со стороны конкурентов, тем больше я понимаю, насколько я в правильном направлении двигаюсь. Боятся, в общем, как правильно делают, бойтесь. Бойтесь, ребята, бойтесь. Ну, нет, вообще не прогружает. Сейчас я выйду с инста, заново зайду. Да вообще прям глюканул и не обновляет. Не только завидуют, это же конкуренция. Нет, не потому что с другого устройства. У меня такого нет. Мне прислали сообщение, что Инстаграм беспокоится там о пользователях. Вот. И так как Звенигород, привет. Звенигород, привет. Вот. Я думаю, что на самом деле все. Прикинь, Надь, снесли мой пост последний с упражнениями. Инстаграм снес. Охренеть, да? О наборе в марафон и с упражнениями. А это что, не понравилось им? Ну, я говорю, это, наверное, конкуренты. Мои конкуренты снесли, да. Леночка, привет. Всем добрый вечер. Я с пивком. Так, нет, тренировка-то у вас в записи есть. Эфир в записи остался с тренировкой. Без проблем. Привет, Крым. И Финляндия, привет. Вот, про марафон и упражнения, но я их попробую там продублировать, не знаю, если получится. Так, сейчас, секундочку. Так, это не тот. Сейчас напишу вам телефон сюда. Хотя можно посмотреть в предыдущих эфирах, но продублирую здесь. Но вообще, если честно, неприятная история. Еще и думаю, почему я не могу выйти там на свою страничку зайти. А оказывается, вот почему. Потому что снесли мой пост. Не могу обновить, Надь, прикинь. Не обновляется. Что за люди, а? Плюс 7 985. Добрый вечер. Буквально сейчас быстро напишу телефон. Плюс 7 900. Я вас тоже люблю. 985 042 042 23 23. Не публикуется мне почему-то. Ну как марафон не для вас? Почему вы решили, что если пиво или спиртное, то вам нельзя там заниматься спортом? Как же вот это вот теперь прикрепить? Сейчас расскажу, как. Надь, можешь написать вот этот номер телефона мне в эфире, а? Плюс 7 985. Ты в эфире, да? Плюс 7 985 042 23 23. Привет, Новороссийск, земляки. Кто не в курсе, я родилась в Новороссийске, живу я в Москве, родилась в Новороссийске, много путешествую, много где была и много куда еще хочу прилететь. Так, еще раз. 985? Да, 985
5 0 42 23 23. Добрый вечер. Ну, просто я не могу прикрепить. У меня вот мой основной аккаунт бомбят со всех сторон. В основном это, конечно, конкуренты или хейтеры. Люди, которые не особо меня любят. Да, я замужем, конечно, ребят, девчат. Просто не знаю, парень спросил, да. Вот, и по поводу пива или спиртного и спорта, я вам так скажу, что если вы хорошо себя чувствуете, там, бокал два выпили вечером перед сном, то это вам ни в коем разе особо сильно не повредит, там, ваш образ жизни не поменяется. Ты написала номер? Я уже прошу. Да не вижу я его. Надежда, не вижу ни хрена. На душу я не вижу. Что тебе еще? Еще не пришло. Не пришло. Не вижу, честно. Попробуй еще раз, да. Вот, и по поводу спиртного. Если вам хочется вечером выпить, расслабиться, бокальчик два, но я не говорю напиваться, нажраться, бокальчик два, это никак не повредит. Если, конечно, бухать, как сатана, там, в два горла, то, разумеется, тут ни о каком спорте речи не идет. Хотите там быть стройной, потянутой, при этом бокальчик там вина, вам что, в армию? Да вы знаете, нет, уже не пойду, уже все, уже не катит мне в армию. Вот, как сесть на сушку? Так, а зачем вам прям на сушку? Я не вижу его, Надь. У меня нет его. Клянусь, нет, смотри. Представляете? Нет, говорю. Слушай, вот даже Оксанка уже написала, что видишь, я уже вижу телефон. И вот он прям перед ней был. Представляешь? А я не вижу. А у тебя? Прикиньте, а я не вижу этого телефона. Надь, как это объяснить? Не знаю. Вот ты сейчас смотришь в мой экран, и ты не видишь этого телефона. Да, я свой. Я тебе объясняю. Комментария своего не вижу. Да. Как это объяснить, Надь? Угу. Ты вроде просто рядом, но при этом у тебя нет телефона, который ты мне написала. Вот. Везде, за нами подглядывают. Уже. За нами подглядывают везде, 100%. Оксана видела, говорит. Вот он телефон. Это мой, который я не могу прикрепить. Да. Все, а ты... А почему ты сейчас... Оксана, напиши этот телефон. Видишь, он прозрачный. Да, он чуть вообще не крепится. А, да? Ты поняла, да? Ты теперь на моем месте побыла немножечко? Вот, смотри, вот он. Херодру. Прикрепить комментарий? Ну, прикрепи. Где? Он не крепится. Не крепится. Я же тебе объясняю, это... Ну, как тебе сказать? Любит меня Инстаграм очень сильно. Да уж. Ты поняла, да, что такое? Какая тема эфира? Во-первых, спорт, во-вторых, про измену. Ой, извините. На слух. Да, во-вторых, нет телефона. Видишь, девчонки пишут. Телефон был и нет. Пиши еще раз, Надь. Пишите вас. Вон, уже кто-то еще написал. А где он? Вот еще девочка написала. Лена. Ты его видишь, телефон я этот? Я вижу. Прикол, а я не вижу этого телефона. Я-то не могу прикрепить его, это ты только можешь. Лена, ума устала. Попробуй его написать как-то... Сначала мы... Не-не-не, а вот, я вижу, один написали через восьмерочку, да, 8. Прикинь. Спасибо, девчонки, что написали. Да, вот телефон внизу про марафон. Сейчас пару слов, а потом про марафон. Да, спасибо. Представляете, то есть плюс 7 и номер не дает Инстаграм мне записать этот номер. И причем даже вот я Надя телефон не вижу. То есть, ну вот, да, прикрепила. Вот такая вот история. Вы свидетели того, что у меня происходит постоянно в эфирах. Это не просто так. Во-первых, это хейтеры занимаются этим вопросом. Это прям номер один. А во-вторых, еще конкуренты. Потому что я, когда начала вести свои марафоны, все выстебывали меня по-разному. То, что тренер алкаш, бухает, йог алкаш, жрет мясо, психолог алкаш. И, в общем, ну, у меня все время все к алкашке сводят. То, что... Какой-то там вообще чуть ли не моральное право имеешь вести тренировки там с людьми, вот если ты выходишь постоянно там на стакане. Вот я объясняю, то, что вам-то
это мешает жить или нет? Это же мои проблемы. То есть, если я свое тело чувствую хорошо, несмотря на то, что выпиваю там, вообще себя чувствую хорошо, то это только мои проблемы, мои заботы. А других-то это волновать не должно. Я же не говорю, девчат, давайте выпьем и пойдем тренироваться. Я сначала провела тренировку, а потом я пошла себе пивасика заказала. При этом я очень мало ем и есть не хочу, потому что жарко, очень жарко сейчас на Кипре, душно. Это не только зависть. Надо понимать, что когда начала вести марафоны, меня же забомбили фитнесняшки, тренеры какие-то непонятные, такие сомнительные. То, что это все неправильно. Ну, то есть, жрать химию тоннами, это все правильно. И об этом не говорить и не писать, не открывать людям правду. А выпить и быть простым человеком, как все, это ненормально в наше время. Вот, видимо, как-то какая-то я неправильная. Ну да, и поэтому у меня бомбят со всех сторон. И, значит, я правильно все делаю. Значит, тем более надо дальше двигаться. Значит, я на верном пути, с него хрен сойду, и фиг меня собьют. Сейчас вес не знаю, здесь же весов нет. Стоит стричься по луне или это бред? Я вас умоляю, при чем стричься по луне? Или у вас чисто генетически растут волосы или не растут? Понимаете, или медленно, или хорошо. Добрый вечер. Да, конечно, будет проще, к тебе потянутся люди. Хоть и тоже любят меня там приписать какие-то нелепости, типа корона, не корона, не знаю. Я всегда встречаю подписчиков с улыбкой, с удовольствием и пообнимаюсь, и пофотографируюсь, и пообщаюсь. Я помню, девчонка летела недавно из Сочи, и там целую консультацию ей по психологии дала во время перелета. Самолет был практически пустой, там можно было и пообщаться, посидеть спокойно. То есть достаточно открыто, и ну, нет никакой короны. Как замотивировать себя на тренировке? Вы знаете, вот как девочка мне там написала под последним постом, который, сука, снесли, подлюки какие-то, то, что не могу себя заставить. А вот есть такой переломный момент, когда вот буквально один, два, три раза себя заставил, запустил этот механизм, и он больше будет, и дальше он будет работать уже без вас, без вашего желания. Вы будете сами искать 100 способов, чтобы потренироваться, чтобы себя заставить. Как сегодня, Надюха меня хотела сбить с верного пути. Нет, пойдем, зал закрыли, жарко. Я говорю, да мне пофиг, я потренироваться хочу сама. Знаете, мне не хватило тренировки. Комары сожрали, душно, а мне хотелось еще, потому что мне в жару, как ни странно, мне почему-то легче заниматься. Вот когда прям жарко, чтоб мотор гремел, причем мне как-то комфортно вот в этой духоте в бане тренироваться. Вот не знаю почему. Ну что, может, я родилась на юге, это, знаете, особенность некая. Громче, да куда громче-то? Я не тихая. Я вас тоже очень люблю. Чин-чин, так выпьем за любовь. Выпьем за любовь, родная. Музыки нет. Какие признаки того, что отношения пора заканчивать? Да нет признаков, это исключительно ваше решение. Если вы хотите отношения на тайм-аут, значит, надо сделать первый шаг. Все. Не надо это тянуть на годы, растягивать, или сидеть и переживать, а как же он, моя вторая половинка? А поверьте, второй половинке всегда пофиг, как вы себя чувствуете. Вот ты скажешь своей второй половинке, вот ты знаешь, я тебя немножечко так разлюбила, вот я так хочу побыть сама, я хочу пожить для себя, а вторая половинка будет говорить, да ты охерела, а как же я? То есть, понимаете, вот тут, слышите этот эгоизм, а как же я? То есть о себе думать надо. Причем тут ты, когда мне хорошо? Нет, не видела. Ты знаешь такую Яну Нирвана? Знаю. Это дочка Санжаровского. Ты что? Про вашу любовь к алкоголю, говорит, видели, что сказали? А, нет, я не видела. Я знаю. Не, если честно, не видела. Вот. Причем вот мне сейчас Надя сказала, что это дочка Санжаровская, я к Лене очень хорошо отношусь к Санжаровской. Вот, ну, нормальная женщина. Не, тоже со своими причудами, но они ей идут, она с ними живет, и все прекрасно. Я вообще не люблю лишнего говорить о блогерах, потому что мы все варимся в одном котле и очень часто пересекаемся в той или в иной обстановке. И вообще на будущее это очень плохая практика.
Ну, единственное, о каком, ну, блогере я могу что-то и тот намекнуть, сказать, вы и так знаете, о ком я стараюсь поменьше говорить, потому что, как говорится, в прошлое лучше не возвращаться, иначе оно как рутина затягивает, потому что мы с ней работали вместе. А вообще, в принципе, я о блогерах не люблю плохо говорить, несмотря на то, что они обо мне очень любят говна всякого налить. И причем мы общаемся все в одном чате блогерском, и они все равно на своих страницах там вижу, как собирают лавры, когда про меня какое-то дерьмецо пишут, а они так смакуют этим. И думаю, епическая сила, мы же вот с тобой завтра встречаемся вместе, там у нас там совместный проект. Неужели ты думаешь, я этого не вижу или этого не знаю? Я могу, я умею глаза закрывать, умею там игнорировать, молчать. Сбой эфира. Сбой эфира, да? Почему-то вот Надя говорит, сбой эфира. У меня нет сбоя, ну, возможно, сейчас будет сбой, не знаю. Вот, умею глаза закрывать, ну, потому что не знаешь, в каких обстоятельствах завтра встретишься, и как ты будешь на этого человека смотреть. И это будет реально неудобно. А есть люди, которые приходят, о помощи просят. Им помогаешь, а они потом этого не помнят. Но я помогаю всегда, знаете, из душевной доброты, без обратной связи. Мне, то есть, неважно, скажет человек спасибо или не скажет, мне по барабану, если честно. А что я наговорила? Фиг его знает, что она там говорила, не знаю. Ну, потому что все лицемерны. Как мне пишут, Вовченко лицемерка, сама выставила свою задницу голую и говорит о том, как плохо делать фотки голые. Блин, а почему лицемерка? Вот если бы я выставила чужие фотографии людей, которые отдыхают на пляже, и написала бы, что вот так вот плохо делать, то это было бы подло, как минимум. Ну, я, наверное, предпочту быть лицемеркой, чем вот такие грязные подлые поступки делать втихаря. Мне сфоткать и написать, посмотрите, какая у нее жирная жопа в целлюлите, какая она убогая, зачем так развалилась. Но это мерзко, честно. Так делать нельзя. Я лучше свою задницу подставлю под обстрел. Вот, и хер бы с ним, если честно. Я привыкла. У меня как с гуся вода. Где залезли, там и слезли. Добрый вечер. Добрый вечер. И всем, кто пришел, всем добрый вечер. Так вот, по поводу телефона, который внизу. Это телефон под марафон. Марафон стартует 30 июня. Будет идти он 21 день, 3 недели. Стоит он 900 рублей за 3 недели. Могут принять участие в марафоне женщины беременные, женщины не беременные, женщины, которые не могут забеременеть, женщины, которым сказали, что лежи, замотайся в простынку, ползи на кладбище. Этот марафон тоже для вас. То есть это тренировки, которые подойдут абсолютно всем. Утром будет йога и фитнес чередоваться через день для беременных, вечером для небеременных, и два раза в неделю будет еще и психология. И самое главное, что победитель получает тур в Турцию на двоих, на все включено. Так что есть за что побороться. Ну, чин-чин. Хотите принять участие, пишите вот на этот номер телефона, WhatsApp или SMS. Одно слово «участвую». Ну, Анечка расскажет, как платить и как присоединиться к марафону. Уже через неделю стартует. Осталось 6 дней. У меня грыжа, пупка. Могу ли я спортом? Можно. Абсолютно можно. Но надо четко понимать, что вам все равно придется ее оперировать. Других вариантов нет. Сейчас делают какие-то там под местными анестезиями операции. Насчет пупочной грыжи. Не знаю, это в ресторане нам сегодня наливали. Попросила мне в пластиковый стакан, чтобы я смогла в номер забрать. Пиелонефрит. А вы знаете, насчет антибиотиков не знаю, потому что надо еще понять, почему. Почему? Если он постоянно у вас пиелонефрит, что вот с почками? Надо обследоваться конкретно уже. Может, у вас идет опущение всех органов, которые тоже впоследствии влияют на ваши почки, нагружают. Что у вас вообще со всем организмом? То есть не может быть такое, что сам по себе пиелонефрит раз и появляется, раз и появляется. Просто вот вы только вылечились антибиотиками, через месяц опять. Ну, просто так же ничего не бывает. Ползти на кладбище по-любому надо красиво. Я с вами полностью согласна. Юлька? Там, да, Юлька. А, Юлька. Я даже аватарку имела. Юля, я с тобой полностью согласна. Бактерия. Ну так, а что бактерия? Пролечить, где ее подхватили, эту бактерию? Я думаю, вам лучше знать, чем мне. Вы знаете, я подстригаюсь, потому что кайфую от того, как мне хорошо быть лысой. Наверное, поэтому. У меня очень много информации по поводу того, почему я бреюсь. Во-первых, в поддержку онко и
девочек, у которых алопеция, нет волос, не... Да, общаюсь, конечно, со шпаками. Да, мы дружим, и мы все время в разлетах. Я надеюсь, что мы найдем день сделать культурный бухач вместе в эфире. Как улучшить спорт, йога, как улучшить обмен веществ? Фитнес и йога вам в помощь. Вот. И по поводу стрижки моей, это, разумеется, нет никакого... потому что мне не нравится, когда начинается вот этот хайп на моей странице же, себя там как-то двигать, там, лишь бы хайпануть у меня. Вовченька, ты же не для них. Я даже эфир сделала, прямой эфир, где я сбривала вот эту косу длинную. У меня уже волос вот так своих отросло, такой ирокез. На них наращивала волосы и прямо на день лопец, я все это сбрила в поддержку. Ну, брейся не только в поддержку. Бресь я по-любому для себя, потому что мне так кайфово, понимаете, мне так хорошо. Ой, сохраняй эфир, Надя, какая ты у меня умная женщина. Там девушка какая-то уже написала. Да, давно мы знакомы со шпаком. Давайте перезагрузим эфир, потому что у меня уже 20 минут, и я, как всегда, вылетаю на 22-й минуте. Я же вам говорю, Инстаграм меня особо любит. Я самый любимый блогер в Инстаграме. Ну, чтоб все были здоровы. Через секунду вернемся. Готовьте вопросы, я открыта для общения. Тоже побрилась на лысо, кайф, ну еще бы. Можно в тур, сейчас, можно в тур подарок полететь? Можно в тур, никого, или второй тур? Не, я просто один тур дарю. Можно вообще вам, давайте в следующем эфире расскажу классное предложение, я вам просто выбор дам даже в подарке.